Во вторник в Самарской области облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем 18-20, тепла, ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 19 градусов, ночью плюс 11, юго-восточный ветер, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем плюс 19, ночью плюс 10 градусов, ветер юго-восточный 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, плюс 18 градусов днем, ночью плюс 9, ветер юго-восточный 6 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 45%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.